Шахтерам «Восток Светмета» может позавидовать любой мальчишка. Не у каждого найдется машинка с дистанционным управлением, а здесь на расстоянии управляют настоящими погрузчиками. Ну это ковш-стрела, подъем ковш-стрела, поворот и вперед-назад, получается автоматически. Да, тут парковка, сигнал заводить, это стоп, освещение. Уже не боишься заезжать в очистной забой, что высота большая, не видно кровли. Водители погрузочно-доставочных машин и буровых карет подвержены большому риску обрушения горной массы. Отгружать руду и передвигать машину на расстоянии водителям еще непривычно, но, несомненно, гораздо безопаснее. Допустим, потерялся сигнал. Что делает машина системы? Паркуется. Принципиально автомашина будет парковаться. Кроме того, пульт снабжен внутренними датчиками в случае, если машинист, допустим, управляя на дистанционном управлении, споткнулся, упал, либо потерял контроль над машиной. В этом случае срабатывает датчик, расположенный здесь, который тоже запаркует машину. То есть в случае, если этот пульт наклонится более 45 градусов в любом из направлений, эта машина запаркуется. Радиус действия пульта управления зависит от места расположения в рабочей зоне антенн, а также угла визуального обзора самого машиниста. Впрочем, на машины можно установить видеокамеры переднего и заднего вида, а пульт машиниста оснастить монитором. Руководство «Восток Цветмета» обещает рассмотреть и этот вопрос. Пока первые дистанционные пульты управления установлены на нескольких погрузчиках Артемьевской и Орловской шахт.